Вот такая вот лампа. Экран, правда, немножечко мерцает, но сама лампа нет. Вот у нее, короче, несколько режимов есть. Вот, на первом режиме можно предустановленные. На первом режиме предустановленные режимы свечения переключать. Вот этот вот переливается, допустим, желто-зеленым. Это фиолетово-сине-красным таким цветом. Это вспышка, имитирующая молнию. Но это больше для видео, конечно. Это мигалка. Это вот синий. Типа море нарисовано, пляж морской. Вот это вот зеленые оттенки. Это лес якобы. Тут фиолетовый. И снова... Вот этой кнопочкой переключается яркость. Ее можно ставить больше. Больше и меньше. Так, и потом снова можно переключать режимы. Это был первый режим. Здесь получается режим переливания цвета. Это вот регулируется... скорость, с какой переливается, это получается яркость свечения. Следующий режим — это выставление нужного нам цвета. Здесь диапазон РГБ, выставляем нужный процент, сколько какого, и получаем цвет нужный нам. Так, здесь у нас, ох, сразу заморгало, сейчас поменьше сделаю. Здесь просто режим белого свечения. Вот это получается. Так, тучка — это как бы, ну, как пасмурная погода. Это домашнее освещение якобы. Это лампа накаливания. Это люминесцентная. И солнечный свет. Ну, по сути, регулируется только температура в кельвинах. И регулируем тут сами мы яркость. Следующий, пятый режим — это подгонка, скажем так, под нужную нам температуру, от холодного до горячего получается, точнее от горячего, ну, от теплого до холодного. Самый холодный — это 6000 кельвинов, самый теплый — это 3000 кельвинов. Ну и ниже можно регулировать яркость. А шестой режим — это просто различные эффекты. Их тут 16 штук, от всяких переливаний. Ну, некоторые достаточно красивые. Вот я их щелкаю тут по-всякому. Вон в обратную сторону переливаются. Переливаются вспышки, стробоскопы, цветные стробоскопы. Вот этот мне больше всего нравится. Гипножаб. Так, это был шестой режим. Тут вот получается режимы переключаются, потом скорость с кнопочкой S и 10% это яркость. Можно яркость поставить побольше. Все, и снова мы вернулись к первому режиму. То есть 6 режимов.